Друзья, я приветствую вас на своем канале. Наконец-то представляю давно подготовленный мастер-класс по вязанию круглого жгута крючком. Вот такая вот интересная вафельная трубочка выполнена в технике тунисского вязания из пряжи Ярнарт Макраме крючком номер 3. Для тех, кто не в курсе этой техники, сегодня сможет с легкостью ее освоить. Итак, приступаем. Для начала я набираю 6 воздушных петель. И 1 седьмая для подъема. И делаем вот такие манипуляции. Из каждой воздушной петли мы вытягиваем нить. Не провязывая, просто вытягиваем. Далее начинаем их провязывать вот таким вот способом. Переходим ко второму ряду, делаем одну воздушную для подъема. И далее вот таким вот способом мы будем подцеплять наши петельки. Я думаю, многие, конечно, знакомы уже с этой техникой и полюбили простоту ее исполнения. Для тех, кто в первый раз видит, думаю, будет приятно удивлен, что такой метод существует. Нам потребуется таким способом провязать некоторое количество рядов для того, чтобы у нас получился жгут. Смотрите, у нас получается идеально ровная полоска. Кстати, вы могли бы изначально набрать большее количество петель, например, не 6, а 7 или 8, или меньше. Это повлияет на толщину вашего изделия. Итак, я думаю, такой длины нам будет достаточно. Теперь мы должны сложить наш жгутик вот таким вот образом и соединить его между собой вот таким вот способом. Петля в петлю полустолбиками. Очень аккуратно соединяем, так чтобы не пропустить ни одной лишней петли. У нас при этом тогда сформируется достаточно ровный жгут.
Итак, еще раз продемонстрирую вам соединительную вот эту линию на длинном участке жгута. Она смотрится очень аккуратно и практически незаметно. Ну, собственно говоря, наш жгутик готов. Друзья, если вам понравился мастер-класс, обязательно поставьте лайк, напишите позитивный комментарий. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. А я прощаюсь с вами до завтра. Всем хорошего настроения!